Работы на станции метро «Стрелка» должны быть завершены до 30 апреля, а территория вокруг стадиона «Нижний Новгород» должна быть благоустроена еще раньше, к 15 апреля. Такую задачу поставил глава региона Глеб Никитин во время посещения станции. Строители сейчас работают в две смены, заканчивают уже верхние строения пути, рельс, система подачи тока, а также внешний вид станции. Закладные детали пристреливаются бетонной, крючки и панели. У нас вот здесь, это платформенная часть, она у нас... Вся в граните. Гранит у нас уложен. Здесь у нас стены завершены. У нас остались только буквы, слова, ну и, соответственно, карта маршрута поездов. Подвесная система потолков. Угу. Это у нас люстры. Есть малая, есть большая, в диаметре 6 метров. И вот такая у нас оригинальная колонна с нержавейки. Они выполняются. То есть у нас они с завода приходят, и мы их монтируем. Стекла у нас будет... На люстрах они все будут светиться. Стеклянные, они будут у нас все освещаться. А потолок когда? А у нас может, как раз мы штукатурим. Штукатурить это закрывает стекло. Это вот такой будет потолок. У нас полукруг. Свет будет изнутри падать в стекло. Угу. А на вот этих малых кольцах будет снизу вверх бить свет. У нас первый вестибюль. У нас здесь тоже турникеты. Это у нас платформенная часть, вот эти колонны, вот это как раз те люстры, о которых говорили, гранит, стеновые панели, потолок. Ну и где мы заходили с вами, это второй вестибюль с той стороны. Это у нас турникеты, гранитная вся часть, керамогранит. Ну и, соответственно, панно у нас заказано. Из выполненных объемов работ осталось там панно, турникеты поставить и подвесную систему подвесить. А системы – это то, что будет толкать непосредственно поезд, локомотив. То есть система работает в норме. В этом месяце мы внешние кабели будем подключать уже во внутреннее устройство. Ну и, соответственно, уже дадим постоянный ток. Организация труда здесь очень хорошая, потому что люди работают с объектов, которые уже и в Сочи мы строили, и в Сибири мы строили, Кроицкий, Манский тоннель, в Москве метро строили. То есть люди опытные. Ну, работы, как видите, идут полным ходом. Те задачи, которые перед нами стоят, вести станцию к 30 апреля, никто не отменял. На сегодняшний день все предпосылки сделать это в срок есть. В принципе, мы вышли уже на финишную прямую по завершению работ на этом объекте. А основные задачи, которые сейчас буквально каждый день в центре внимания, это то, что непосредственно влияет на пуск поездов. Это верхнее строение пути, по сути, рельсы. Это электроэнергия, которая необходима для того, чтобы поезда пошли у нас. Это автоматика движения поездов. Безопасность, систему безопасности. Вот эти основные моменты сегодня находятся в центре внимания каждый день буквально.